Предприниматели организовали новогодний праздник детям с ограниченными возможностями. В торговом доме «Азия» была организована благотворительная выставка. Работу мог приобрести любой желающий, а вырученные деньги пошли на покупку подарков детям. О необычной акции расскажет Анель Шалкарбек. У Елены Романовой своя фотошкола, где работает немало замечательных фотографов. Новогодние праздники они решили выставить свои работы на продажу, а на полученные деньги сделать ребятам с ограниченными возможностями новогодние подарки. Для детей этот праздник один из долгожданных. В этот день они ждут чудес, подарков и сказочных героев. Именно один из таких волшебных утренников состоялся в торговом доме «Азия». Нарядно одетые на новогоднюю елку пришли более 100 ребят. Будет сегодня продажа фоторабот, и также параллельно будет идти утренник для деток. Сейчас и Дед Мороз, и Снегурки. Ребята активно участвовали в представлении, разгадывали загадки, получали призы, пели песни. А Дед Мороз и Снегурочка никого не оставили без внимания. Новогодние подарки получили все ребята. Но организаторы мероприятия отблагодарили всех, кто помог устроить большой праздник. Люди очень замечательные, отвлекались буквально по первому зову. И поэтому очень хочется назвать их имена. Значит, обувной салон «Степ», который предоставил сертификаты на приобретение обуви для деток. В течение нескольких месяцев мамочки могут приезжать и выбирать обувь для своих детишек. Одежда для детишек, обувной салон «Обувенок», с которым мы работаем не первый год, который предоставляет сладкие призы, конфеты германского качества. Также призы и подарки предоставили супермаркет «Биосфера». Игрушки для деток подарил детский мир «Игра». Благодаря нескольким ресторанам и кафе был накрыт сладкий стол. Словом, праздник удался. Безусловно, он останется в сердцах детей и благодарных родителей надолго. А для торгового дома «Азия» это еще одна возможность подарить им кусочек счастья. Анна Шелкарбекова, Разгабасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».